На 5 лет назад рассмотрение резонансного дела Вячеслава Грациотова в Приморском районном суде Одессы началось с самого начала. Напомню, в августе 2010 года на Соборной площади Вячеслав Грациотов во время драки с двумя молодыми людьми ранил одного из нападавших ножом. Рана оказалась смертельной. После нескольких лет судебных разбирательств прокуратура отказалась от обвинения, однако родственники погибшего подали апелляцию, которая постановила рассмотреть дело в суде первой инстанции заново. Дело рассматривается по обвинению в том же объеме. Непонятным для нас является с точки зрения процесса уголовного позиция прокуратуры, поскольку постановление об отказе от обвинения, которое вынес прокурор при предыдущем рассмотрении дела, не отменено. Соответственно, позиция прокуратуры в отношении обвинения по Грациотову осталась та же самая. В то же время они в настоящий момент присутствуют в судебных заседаниях и поддерживают государственное обвинение. Я думаю, что эту процессуальную коллизию нам предстоит устранить в процессе рассмотрения этого дела. Я не знаю, исходя из прошедших уже 5 лет, я думаю, год. Я не знаю, сколько это будет продолжаться. Я надеюсь, что это пройдет весьма быстро, и суд быстро и объективно рассмотрит мое дело.